стало доброй традицией встречаться здесь, чтобы сказать всем, прежде всего вам, кто прославляет Беларусь, удивляет весь мир, огромное спасибо. Сегодня мы чествуем самую стабильную, успешную национальную сборную десятилетия – команду по гребле, на байдарках и каноэ, представителей истинно белорусского вида спорта. Его традиции неразрывно связаны с многовековой культурой и бытом нашей Беларуси, края тысячи рек и озер. Наши болельщики давно привыкли к вашим победам на самых крупных международных соревнованиях. С каждого турнира, включая Олимпийские игры, белорусы возвращаются с медалями. В июне, во время вторых Европейских игр, я с большим удовольствием это наблюдал. Я внимательно следил и за жаркими августовскими баталиями на чемпионате мира в венгерском Сегеде, где вы доказали, что белорусам сегодня нет равных в мире. Завоевав 14 медалей, 6 из которых золотые, вы выиграли командный зачет и оставили позади других лидеров мировой гребли – Германию, Венгрию, Китай, Россию, Новую Зеландию и другие. А больше на Олимпиаде и не надо. Я лично от вас большего и не требую. Повторите это. Спасибо за яркие, незабываемые эмоции, которые вы подарили всем любителям спорта. Особенно отмечу экипаж байдарки-двойки, Марину Литвинчук, Ольгу Худенко. В Венгрии наш золотой дуэт дважды поднимался на высшую ступень пьедестала почет. Я должен поблагодарить при этом и команду, потому что это такой вид спорта, при котором даже вторые, третьи места, просто выступления девушек, юношей, ребят в этом виде создают основу для побед вот таких великих спортсменок. Неделю назад на Олимпийском собрании мы подводили итоги выступления наших спортсменов в этом году. На чемпионатах мира, олимпийских дисциплинах, как я уже говорил, мы завоевали 8 медалей. И 5 из них на счету нашей команды. Все эти достижения – свидетельство того, что в Беларуси создана сильная национальная школа гребли. Наши юные таланты побеждают не только на юниорских стартах, но и успешно переходят на высочайший уровень. Ну, это можно назвать в Беларуси исключением. Как только я начинаю у начальников спрашивать за результат, были дети хорошие, юноши, молодежь прекрасная, выигрывают и в биатлоне, и даже в беговых лыжах, зимний вид спорта. Как только доходим до взрослых, где они? Их нет, растворились по дороге. Поэтому я говорю, что вы скорее исключение, когда молодежь подтягивается к взрослым и побеждает. Вызывает уважение, что вы, наставники, всегда переживаете за свой вид спорта. За каждого воспитанника, упорно трудитесь, не жалея ни сил, ни времени, ни здоровья. Хорошо, что сегодня мы не забыли и о первых тренерах, которые учили чемпиона АЗАМ, заложили основы техники, дали путевку в большой спорт. Так надо делать всегда. Без этих первых тренеров эта россыпь наград и эта торжественная встреча была бы сегодня невозможной. Уважаемые друзья, благодарю вас за большой труд, волю к победе и за высочайшие результаты. Однако помните, что главный экзамен впереди. До Олимпиады в Токио осталось практически полгода. И вы не хуже меня понимаете, что в Японии вас ждет жесточайшая, бескомпромиссная борьба в сложных климатических условиях. И все победы в Венгрии, если они будут подтверждены, окажутся у вас не в активе, а в пассиве. Коль вы уж взяли такую планку, конкретизирую, вам придется прыгать. Под планку никак нельзя. У вас титулованные соперники, которые также нацелены на успех и очень напряженно готовятся к Олимпиаде.
Убежден, что вы сможете все преодолеть и обязательно, хотя бы на мгновение, больше не надо опередить конкурентов. Огромная армия нас, болельщиков, очень верит и надеется, что вы будете на высоте, вы победите. Не на высоте, на воде будете. А пока еще раз хочу вас поблагодарить за те мгновения, которые вы дарите всем нам. Особенно девчонкам. Это тяжелейший вид спорта. Более тяжелого вида спорта нет. Поэтому, когда я смотрю на наших девчонок, ну, мужики, это мужики, они должны грести. А девчонкам особая благодарность. Спасибо вам и позвольте мне сегодня, как мы договаривались, вручить государственные награды и благодарность.